15-й поединок. Бойцы правила знаем. В рамках полусреднего веса, в котором Шохасан Мирзаматов, нокаутер из Узбекистана, встретится с Ильясом Садыковым, молодым проспектом из Казахстана, Алматы. Да, и сразу видим, что боец из Казахстана Ильяс Садыков обладает более таким преимуществом именно в росте, а также длине рук. Возможно, он постарается работать с дальней дистанции. А что касается Шохасана Мирзаматова, то он всегда заряжен на досрочную победу в поединках. Да, и этот бой в полусреднем весе до 77,1 килограмма. Ой, вот это попытка добивания со стороны Шохасана Мирзаматова. Да и буквально за 19...